Мечтали ли вы когда-нибудь познакомиться поближе с огромным питоном? Быть может, хотели погладить ручную шиншиллу или мартышку, или всю жизнь хотели, чтобы вас поцеловал огромный попугай? В Шымкент с выставкой приехал контактный зоопарк. Всего здесь можно увидеть и даже погладить больше 35 видов животных, змей, насекомых и птиц. Польза, во-первых, познавательная программа, то есть люди, дети в основном, даже взрослым бывает интереснее, чем детям. Мы им рассказываем о животных, даем, как бы, тоже трогать, они вот как бы чувствуют тоже, вот контакт имеют, потрогали все уже. Есть люди и дети, которые вообще ни разу не трогали животных, экзотика. Вот им это нравится, как бы чувствуют. И познают мир опасных тропиков. Все животные в контактном зоопарке почти ручные. Они выросли в питомнике в городе Махачкала, откуда и приехала выставка. Самое удивительное здесь, что многие животные ходят на свободе. Их можно спокойно вот так вот погладить. Например, вот эта декоративная козочка Майя, кажется, влюбилась в мое пальто и хочет его съесть. Каждое животное уникально, у всех свой характер и особенности. Эту маленькую и с виду неприметную птичку среди пестрого разнообразия других пернатых и не заметишь. Но только до тех пор, пока она не скажет вам привет. Привет! Как дела? Майна, говорящий индийский священный скворец, знает больше 20 слов и может вести с посетителями непринужденный диалог. Майна, как дела? Папа! В первые же дни у выставки нет отбоя от посетителей. Необычные животные, которых здесь можно увидеть, нравятся всем – и детям, и взрослым. Здесь разные животные, они все мне понравились. Но больше всего мне понравился тигровый питон. Я его держал, гладил. Нам очень понравилось. Здесь очень много животных, разнообразные виды. Есть такие даже насекомые. Вот сейчас у меня на руке змея-альбинос. Здесь интересно не только детям, но и взрослым. Выставка пробудет в Шымкенте еще месяц и уедет 26 марта. Посетить необычный зоопарк можно по адресу 7-й квартал недалеко от магазина «Колос» и пересечение улицы Молдогуловой и проспекта Республики в торговом доме «Эмиль». Выставка работает без выходных.